Вот он у нас Ford Mondeo приехал. Да. Подожди, подожди. Вот тут зимой машинка пострадала. Вероятно, что с крыши что-то падало, снег. Повреждена крыша. Повреждена довольно-таки сильно. В основном, конечно, большая площадь, плавные вот такие вмятины. Вот, ну и есть такие остренькие, типа градовых. Вот здесь на краях крыши прям вот видно уступами заломы. С уступами будет попроблемней. Так вот металл себя повел. А вот они есть. Типа градовых вмятинок. Вот видно. Дальше тоже самое. Ну вот как-то так. Ну хорошо, что на потолке только один усилитель Ford Mondeo придумал посерединке, и то он, в общем-то, открытый. Вот. Работать будет немножко попроще. И нету шумоизоляции на потолке. В отличие от Ford Focus 2, более просто заниматься. Ну что, приступаем.